Здравствуйте, перед вами сорт Татьяны Вальковой, стрептокарпус арифметика. Математический стрептокарпус, но тем не менее это крупные цветы, достаточно крупные, да, волнистые, верхние лепестки загнуты назад, нижние стараются так приподняться вверх, такая лодочка получается, вот сбоку хорошо он виден, этот цветок. Он насыщенного розового цвета, да, верхние лепестки светлее, нижние темнее, с красивой венозной сеточкой, из горлышка выходят желтенькие, золотистые лучики. Вот. Когда цветок еще только распускается, он еще более насыщенного цвета, вот он виден. Вот. Но впечатление приятные, цветет шапкой, да, очень неприхотливый сорт, прям цветет и растет. И вот это шапище цветов, это еще он не полностью зацвел. Вот. Обычно шапище цветов над крепких цветоносов ничего никогда не падает, все стоит и радует глаз.